Здравствуйте. Спасибо тем, кто смотрит рекламу. А мы смотрим сюжет сейчас. Сделаем интересную закуску из баклажанов запеченных. Я уже запек два баклажана. Примерно 40 минут в духовке при 180 градусах. Один раз перевернуть в минуте на 30-й, на противне. Это легко сделать очень. Еще легче их очистить. Шкурка снимается запросто. Ну так вот, очищаю баклажаны и нарублю вот так вот ножом вдоль, поперек. И наискосок. Ну, в общем, мне нужно не пюре, а так, чтобы небольшие кусочки баклажанов оставались. Ну, так размером в две горошины примерно. Или в одну. Или в четыре. По-разному подойдет. Со вторым баклажаном также поступаю. Половинку острого перчика беру. Использую его весь, потому что он не очень острый. Вот я пробую. Сначала распускаю на полоски, потом на небольшие вот такие кусочки. Примерно 5 зубчиков чеснока использую. Нарублю как-нибудь. В ступе измельчаю 1/2 чайной ложки черного перчика. Не в пыль. Правильно говорить в ступе, но моя ступа. Чесноку добавляю соль и тоже измельчаю. И отправляю все в эту стеклянную миску. Берусь за перчик болгарский. Ну, осенний перчик, сентябрьский, октябрьский. Он мясистый, спелый, вкусный, сочный. Хватит уже ему эпитетов, понятно, что хороший. Режу, ну, размером так с 1/2 горошины. Вот у меня несколько крупно так. Если вам не лень, то нарежьте более мелкими кусочками. Кинза. Отрезаю корешки и измельчаю небольшой пучок кинзы, нарубив его ножом. Это приправа. Уцхо сунели, грузинская приправа. Это винный уксус. Примерно 1/2 столовой ложки. И оливковое масло экстра верджин. 1/2 столовых ложки. Количество уксуса зависит от вашего вкуса и от того, насколько он резкий. Что касается приправы, можете использовать любую другую на ваше усмотрение. Например, орегано. Тоже неплохо получится. Все, размешал, пробую. Так как болгарский перчик абсолютно термической обработке не подвергался, его вкус выбивается из вкуса блюда. Пусть все это дело постоит, потом посмотрим. Ну и потом, через несколько часов, все стало великолепно. Очень вкусно. Приятного аппетита. И будьте здоровы. Пока.